Сегодня Саровское городское отделение «Союз десантников России» насчитывает несколько десятков активных участников. Ветераны воздушно-десантных войск в нашем городе ведут активную общественную жизнь, принимают участие в митингах, проводят встречи со школьниками, где рассказывают о службе в армии. Век интернета, дети сидят в компьютерах, поэтому тяжело вытащить. Поэтому идет вот эта пропаганда, чтобы мальчишки, даже вот вы видите, что маленькие приходят дети, чтобы они этим заразились. Увидев в детстве, они это и как бы начинают. Я и тоже так увидел парашют в детстве и закралась. Во время праздничного митинга были отмечены активисты организации. Среди награжденных Виктор Сенков. Он пришел в армию в 1979 году. Его полк готовили к службе в Афганистане, но в итоге перекинули в Польшу устранять переворот. Во время службы он совершил 28 прыжков. Виктор Иванович рассказал, что эти два года в ВДВ не променял бы ни на что. Потому что там и друзья были верные, и служба интересная. Не то, что здесь, как говорится, здесь рутина. А там все-таки воевали, стреляли, как говорится, на стрельбу выходили, в походы, на выходы выходили. Все было интересно. Говорит, там жизнь запоминается. На митинге в день ВДВ ветераны возложили цветы к вечному огню и памятнику воинам-интернационалистам и почтили память погибших солдат минутой молчания. Екатерина Опенова, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24.